Приказываю совершить марш по маршруту. Пункт послания дислокации, КПП номер 2, президентский мост, полигон Поливна. Построение, разнарядка от начальника и по машинам. Подразделения связи Ульяновского десантно-штурмового соединения провели комплексную тренировку. По легенде, условный противник начал атаковать с применением отравляющих веществ. Бойцов подняли по тревоге, на штатной технике они отправились в район сосредоточения. На марше военнослужащие смогли отразить нападение. Были отработаны вопросы. Совершение марша в район проведения тренировки, отражение нападения вероятного противника на колонну в ходе марша, преодоление зараженного участка местности, после которой была проведена частично специальная обработка техники связи. Главное – обеспечить связь с центром. Поэтому личному составу было необходимо развернуть работу открытых, закрытых и спутниковых каналов связи. И все это в условиях, приближенных к боевым, когда противник применяет средства радиоэлектронной борьбы. Одним из экипажей по развертыванию станции связи командовал лучший радиотелеграфист ВДВ 2020 года Дамир Мударисов. Под его командованием экипажу удалось быстро и правильно выполнить задание. В 2017 году попал в состав сборной воздушно-десантных войск по скоростной радиотелеграфии. В 2018 году принимал участие в городе Санкт-Петербург. Это соревнования, которые проходят между родов и видов войск, именно связистов. По итогу конкурса мы заняли первое место. В тренировке задействовали более сотни военнослужащих и 30 единиц техники. Главная цель в повышении практических навыков связистов была достигнута. Анна Тищенко, новости Ул-Правда ТВ.